вас, Сергей. Под звуки аплодисментов встречают ветераны Великой Отечественной войны Николая Шерстобитова у подъезда. В преддверии Дня Победы под окнами его дома администрация решила провести небольшой парад, который по традиции начался с фронтовых песен. Парад – это не только песни, это прежде всего церемониальный марш. Его для Николая Шерстобитова исполнила рота почетного караула Барнаульского юридического института. Притом они не просто торжественно прошагали, но и показали строевые номера с самозарядным карабином Симонова. Собрались поздравить ветерана не только взрослые. Послушать его рассказы пришло и подрастающее поколение – школьники-юнармейцы. Нашего государства праздник. Это великое дело. Ведь надо было победить. Ведь по сути дела вся Европа против России была. И вы все-таки победили. Подобную акцию с парадами у дома в Барнауле организуют уже несколько лет. И на этот раз их проведут по нескольким адресам ветеранов. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов, День с толком.